Добрый день! Приветствуем вас на нашем канале. Вас приветствует солнечная Хорватия и моя жена Людмила, почти как всегда. Приветствую вас всех! Сегодня у нас в эфире видео распаковочка очередной посылочки, только эта посылочка не с AliExpress, не через AliExpress из Китая, а, как мы видим, из Берлина. Но эта посылочка самое ценное не просто из всех наших посылочек, которые прибывали, но из всех посылок мира. И называется эта посылка «Трехангельская весть». Здесь 1000 штук «Трехангельской вести». Для тех, кто не знает, «Трехангельская весть» из Откровения 14 главы с 6 по 12 стих. Это последняя весть предостережения жителям земли перед пришествием Иисуса Христа, перед вторым пришествием Иисуса Христа. Ну, как многие говорят, перед концом света. Так вот, знаете, эта весть должна прозвучать перед пришествием Христа. Это весть о звере, образе и начертании. Мы должны четко понимать, что же это такое. Но об этом попозже. Итак, приступаем к распаковочке. Приступаем к распаковочке. А я пару слов сразу скажу. Это просто Божье чудо. Божье чудо. К нам дошла трехангельская весть. Мы из Украины. Сейчас живем и работаем в Хорватии. И мы молили Бога, чтобы Господь даровал нам возможности и здесь совершать миссию. Не просто жить и работать, но самое главное – это совершать миссию. Распространять последнюю весть предостережения, трехангельскую весть. И вот Господь послал нам ангелов, послал нам людей, да, через которых это великолепное чудо пришло к нам. Ура! О, посмотрите, она даже не просто черно-белая, не просто черно-белая, она еще полуцветная. Такая весть была у нас в Украине. Да, слава Богу, спасибо слава Богу, вот она. И тем людям, которые помогли нам ее доставить сюда, и тем людям, которые помогли нам тоже сюда ее, как говорится, переправить. Через тех людей переправить, да. Слава Богу за все, мы очень рады и хотим распространить эту трехангельскую весть здесь по Хорватии, по месту, где мы живем. Для того, чтобы все люди могли узнать об этом и могли принять свое правильное решение в эти последние для спасения, дни. Для своего же спасения. Да, и вот хотим сказать, что когда мы заказали эту посылку, имели такое желание, то Господь нас обильно благословил, обильнейшим образом. И вот в нашей комнате, в которой мы живем, было практически пусто, одна кровать. Одна кровать. Но сейчас нам бесплатно люди стали все отдавать. Местные жители, знакомые, с которыми мы вместе жили, общались, хорваты, они стали нам все отдавать. Посмотрите, вот это великолепное зеркало. Зеркало отдали. Вот такие великолепные кресла. Замечательные. Вот этот стол. Вот этот замечательный стол, на котором стоят эти прекрасные посылки, особенно этот бесценный груз, самый ценный груз в мире. А также вот этот холодильник. Посмотрите, холодильник Горение, марка Горение. Замечательный, огромный, большой холодильник. Практически два новый. Стула. Затем еще два стула. Прекрасные стулья деревянные. Посуды еще много. Да. И вот такой и замечательный, самый огромнейший шкаф. Огромнейший шкаф по хорватски Ормар. Где можно и кухонное разместить вот там справа все, и одежу всю слева. Огромнейший, вместительнейший шкаф. Да. А также еще вот такой стол замечательный, на котором тоже можно очень много разместить всего нужного. И еще вот такой замечательный обогреватель. Обогреватель Арго. Замечательный масляный обогреватель. Ну, еще многое не будем снимать, но мы очень
А вот еще столик. И такой замечательный разборной стеклянный столик. Это будет у нас миссионерский столик. Столик для миссии. Это все бесплатно. Это все абсолютно бесплатно. Люди, соседи, те, которые мы раньше жили с ними в таре. Бог так побудил их, благословил нас через них. И их пусть Господь благословляет за то, что они помогли и сделали нам. Слава Богу за все. Да, да прославится Бог, и Бог действительно изливает свои благословения на всех жаждущих и желающих распространять последнюю весть предостережения для жителей земли, трехангельскую весть из Откровения 14 глава с 6 по 12 стих. Вот он. Вот мы ее открываем. Вот мы ее открываем. Да, у нас такие же на русском языке есть. Сейчас немножко резкость наведется. Угу. Пропала резкость. Сейчас немножко камера сфокусируется. Так, так. Может, так покажу. Угу. Вот. Вот так может лучше. Так, и последний лист разворачивай. И так. И вот последний лист. Вот, печать Бога и неделя. И печать зверя. Печать Божья, начертание зверя. А ну пройди сначала еще, пожалуйста. Вначале здесь написано, вот, ага, пророчество, мировая история. Здесь есть, рассматривается великий пророческий истукан Даниила, 2 глава. Каждый зверь в отдельности рассматривается. Три ангела вот летят. Это как раз трехангельская весть, Откровение 14, 6 по 12. Особенно весть третьего ангела, зверь, образ и начертание. И здесь подробно все расписывается. Все прочитаете. Вот схема пророческая замечательная. Вот закон Божий мы видим здесь. Как изменили, пытаются изменить четвертую заповедь. Вот здесь мы видим также. Вот тоже закон. Да. Вот закон Божий. Вот еще закон Божий, да. Вот еще мы видим закон Божий. Ну и трехангельская весть. Да, разворачивай дальше. И мы видим дальше печати, да, печать Божья, начертание зверя. Все объясняется, что же это такое, это настоящее Божье откровение, это настоящее Божье чудо. И мы призываем всех присоединиться к этому, к этой великой миссии и распространять последнюю весть предостережения, трехангельскую весть из Откровения 14, 6 по 12. Ибо всем, это самое важное. По всем странам, по всем, где мы только можем находиться, мы должны нести эту трехангельскую весть в это последнее время. Ибо уже время близко, и скоро будет уже пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы должны быть готовы встретить Иисуса Христа подготовленными, и чтобы мы были ему верными и послушными до конца. Да, и чтобы мы могли не только сами, но и людей подготовить, чтобы люди четко понимали опасности и ловушки да. последних дней. Поэтому Иисус Христос через Божьего пророка Эллен Уайт сказал такие слова, что самая важная миссия – это нести трехангельскую весть этому миру. И нет более важного дела, чем это. Адвентисты не вправе занимать себя чем-то большим. Это цитата из 9 тома свидетельств, насколько я не ошибаюсь. Но таких цитат десятки. Ну и так. Слава Господу за все. Слава Богу за все. Мы очень благодарны Богу за то, что Он нам мог дать эту весть. Это великое чудо. Мы, украинцы, в Хорватии, в католической стране, распространяем на хорватском языке трехангельскую весть. Приглашаем всех. Мы приглашаем всех неравнодушных присоединяться к этой миссии в молитвах. И Господь пошлет и откроет и вам каналы. И у вас будет в руках это Божье сокровище, бесценное сокровище, трехангельская весть. Ой. И мы сможем присоединиться все вместе и распространять это великое Божье чудо. Итак, всем большой-большой привет
от нас, да, из Хорватии. И да, Божьих вам, да, всем благословений. Пока-пока.